Друзья, почему так мало говорят о тайном кодексе мастеров заточки? Давайте разберемся. Первое. Я, мастер заточки, никогда не использую свои навыки для создания оружия массового поражения. Второе. Я не стану затачивать кухонные ножи до опасной остроты. Третье. Я не буду обещать клиентам, что их нож после заточки будет рассекать бумагу в воздухе. Пятое. Я буду помнить, что качественная заточка зависит от множества факторов, а отличный результат – это опыт и мастерство. Шестое. Я никогда не скажу клиенту, что его нож невозможно заточить. Седьмое. Я не буду обманывать клиентов, утверждая, что у меня самая быстрая заточка в мире. Восьмое. Я буду помнить, что каждый нож уникален и требует индивидуального подхода. Девятое. Я не буду спорить с коллегами о превосходстве тех или иных методов заточки. И, наконец, десятое. Я буду помнить, что заточка – это искусство, требующее терпения, внимания и любви к своему делу. Уважай лезвие, цени мастерство.